Сотни машин сгорели на парковке в португальском городе Порт-Алегре. Как сообщается, сначала вспыхнул один из автомобилей, а потом огонь стремительно перекинулся на остальные. Прибывшим на место пожарным не оставалось ничего другого, как наблюдать, как машины догорают. Все они принадлежали посетителям танцевального фестиваля, который проводится в этом месте ежегодно и традиционно собирает тысячи людей. Никто из участников и зрителей не пострадал.